Йоу-йоу-йоу, все здорово, мужики. И с вами, короче, нашел игрушку, это моя ностальгия. Серьезно, на iPhone. Называется Brutal Strike. Короче, такая, это и копия Counter-Strike. И тут есть, так сказать, всяческие моды. Типа, я не знаю, я не профессионал в этих CS-ках. Вот я, где остановился в развитии, так это вот CS 1.6. Все. Дальше я перестал играть в CS-ку. Но на 1.6 я прям помню, давно засел. И я помню, у меня этот ник CDK вообще оттуда, из CS-ки. Как я вообще история, предыстория, гироскоп. У меня вроде тут все нормально настроено по настройкам. Поэтому пока можно что-то нажал, непонятно. Ну, короче, слушайте, вообще мой ник CDK, вот это вот название моего канала, это вообще из CS-ки взялось. И я очень долго думал, помню, дабы школьником еще, я долго думал, как мне назвать вообще свой ник, да, в CS-ке. Я что-то лазил, шарил в файлах, знаете, заходишь в папку с игрой, и там вот самая первая папка у меня была название CDK. Я просто копировал и ставил этот ник в свой ник. И вот так вот уже много лет я уже использую этот вообще мой ник CDK. Вот такая вот предыстория. Блин, короче, ностальгия, вообще ужас какая-то. Тут, короче, я все прочитал. Дальше уже что-то непонятно, все что-то можно только отключать. Я, наоборот, хочу включить все по максимуму, дабы у меня графа была прям, ну, на максимум как можно, то есть лучше. Самое, что прикольное, я уже так мельком зашел. И, короче, смотрите, вот CS 1.6. Да, заходим. Сейчас я просто хочу настроить управление. А настроить управление для... У меня есть вот кнопочки, я как-то помню, покупал. Блин, смотрите, прямо реально карты. Это реально, блин, карты от CS-ки 1.6. Все, от CS-ки прямо 1.6. Мы вот заходим, нажимаем присоединиться. И смотрите, что сейчас будет. Я вот сейчас захожу просто второй раз. Второй раз вообще вот в эту игрушку, и вот ее записываю. Знаете, ну, у меня вообще, я не представляю, чего вообще от нее ожидать на самом-то деле. Что-то уже все происходит, какой-то шлак. Че, как, куда нажимать, что тыкать. С вами сейчас, вот прям с вами все буду разбираться и делать. В общем, что хочу... Физика прикольная, блин, реально. Очень похожа на CS-ку, прям вот очень похожа на CS-ку и... Знаете, прям, ну вот только единственное, только вот на сенсоре. Все. И что смущает, это вот не хватает вот кнопочки. У меня есть кнопочки, я их как-то покупал для, получается, для папка. Папка мне не зашел. Вот там, не знаю, профессионалы такие играют, что я вообще никак не умею. Вот. Все, сейчас мы кнопочку сюда выведем. И попробуем кого-нибудь... Первых, там, не знаю, первых, короче, смотрите, блин, прикол, вообще графон прям похоже, знаете, даже похоже на CS 1.5, 1.5, вот когда-то там была в древности, в общем, это ностальгия, блин, все, вроде разобрался, прикольно, блин, смотрите, перезаряжает, анимации, вообще кайф, дигл, прям вот вылитый 1.6, реально, блин, я кайфую, я ностальжирую. Ну, походу, я сейчас уже с ботом играю. Походу, что-то у меня пошло не так. У меня что-то, может, сейчас и вылетело. Ну, то смотрите, боты написано. Но я уже и названием карт... Ну, Найк это? Нуйк? Я всегда его Найк называл. Или как это правильно карта называется? Напишите в комменты. Но это прикол. Вообще кайф. Бруталити Страйк. Бруталити Страйк. Где хоть мой первый кил вообще будет? Нет. Давай, выходи куда-нибудь там. Где ты... Я иду за тобою. Опа, вон первый, все, полетели, перестрелка. Все, пошла жара, вообще. Все, меня сейчас хлопнут. Попасть не могу. Хедшот. На, первый хед. Все, словил хедшот. Дигу, вообще кайф решает. Вот эта тема, вот эта пушка, блин. У меня по привычке все время было, я всегда перезаряжался. Все, попасть не могу. Сейчас меня застрелят, зацените. Сейчас, все, я сдохну. Все, полетели, блин. Не, ну дигл такой, это как бы... Реально, смотрите, пушки все те же, скины все те же, карты все те же. Тут, ребята, даже есть реально, блин, есть мод на зомби мод. Ну, я что-то... И что я делаю? Ползу.
Ля, прикол. Зацени. Смотри, что я делаю. А может, а что, и поднять-то получается можно, да, своих союзников? Ну, такого не было в КС-ке. Ну, ржака вообще кайф. О, походу этот звук настроил. Сейчас четко все будет, подождите. Моя, полетели, сейчас хатшоты раздадим, чё, где ты, иди сюда, сейчас мы тебя накажем там. Но это бот, ладно, не обессудьте, ребята, я понимаю, ша. Так, оп, ну, ши, хэдшот, слови, вот это я понимаю, профессионал, хэдшот, вот, все, начинаем мувики записывать. Ну вот как-то так, мужики. Ничего, такая игруха. Прям вообще кайф. Я буду играть лично. А если понравилась такая игрушка, хотите, наверное, побольше таких видосиков, то чё кого? Ставьте лайки, напишите в комментарии топ. И буду побольше делать вот таких вот мувиков прикольных. Ну вообще, прям зашло. Прям рекомендую. Блин, ребята, ну вообще кайф. Еще добавляйте друзья, я не знаю, как тут это все делается, вот. Поэтому буду заходить играть с вами, со своими подписчиками. Все, ништяк, кайф. Все, давайте поставим лайк, напишем комментарий и ждем обновления на Хаслу. Это выйдет уже в эту пятницу, точнее завтра. Все, всем чао, пока.